Представьте управление продажами без инструкции и постоянного контроля. Когда новый менеджер не протирает штаны, а мгновенно включается и всегда знает, что ему нужно делать. Клиентосбережение. Лайфхак номер 3. Клиент пишет в соцсетях или через мессенджер. Его обращение автоматически попадает к менеджеру. Загорается счетчик. А дальше следите за счетчиками и следуйте подсказкам CRM. В одной фразе и совет, и KPI, и должностная инструкция. CRM-продавец сразу видит, сколько клиентских запросов и незавершенных сделок требует его внимания. Но просто видеть счетчики – это скучно. Что если разбавить продажи щепоткой азарта? Навязать сотруднику игру? Задача – победить каждый счетчик, то есть обнулить. Подглядывать разрешается. Система на каждом этапе даст понятные подсказки. Отправить предложение, ответить на вопрос клиента, выставить счет. Эти стадии руководителю нужно прописать всего один раз, а роль наставника CRM возьмет на себя.